Здорово. Почему я так сделал? Потому что наконец-то нам выдали награды за РЗТ. Ранг вашего клана в турнире был 2 выше усилия. Купились и мы приготовили для вас особую награду. 60 миллионов помидор, 60 миллионов дерева, 60 миллионов мяса, 60 миллионов воды, 25 миллионов. Да, 25 миллионов патронов. Рамка РЗТ серебряная. 160 карточек, 160 карточек и 50 ключей. Я считаю, это круто. В общем, давайте соберем. Меня больше всего интересует рамка, как она будет смотреться на моем. Заменить. Рамочка. Где РЗТ-шная рамка? Она же здесь должна быть. Чего я не вижу? Есть вот такая. Вот она, РЗТ. Использовать. И что, разблокирована, и где она? Вот она. Заменить. Ну так, достаточно неплохо надо будет. А, здесь нету. Я просто помню, раньше за самый первый РЗТ давали еще и титул. Типа вот здесь было серебряное РЗТ, потому что их было очень много тогда игроков с титулом серебряным. Когда, помните, может быть, еще когда 8-й сервер какой он там с Сантом сражался, вот у них тогда серебряная рамка была над именем, сейчас, видимо, убрали. Ну, в любом случае, прикольно достаточно такой титул, не титул, рамка. Золотая была бы покруче, но будем пользоваться пока серебряной. Вот такие вот награды нам мы получили за РЗТ.